что, друзья, сегодня хочу показать рядовую американскую детскую площадку, то есть ничего не примечательного. То есть везде огороженная зона, одна площадка, вторая, везде, где игровая зона, маты, либо рифленый асфальт. Вот. Пойдем посмотрим, пойдем. Вот. То есть можно поиграть в регби. Обязательно есть везде туалет. Вот. Можно попить воды. А, да, видишь, как водичка. Пойдем покажу тебе. Пойдем посмотрим. Вот здесь есть туалет. То есть, ну, общественный и бесплатный. Вот он. Работает с 8 до 4. Нельзя пить, курить, мусорить. И стирать вещи. Ну, в общем, вот такая игровая площадка. То есть ребята в регби играют, это бейсбол. На, девочки кидают. Для взрослых. Тут для малышей. Пойдем, пойдем посмотрим, что там. Давай ручку. Дай ручку, Эрика. Доча, дай. Эй. То есть о чем это говорит? О том, что площадки достаточно продуманы. Я не вижу здесь, правда, песочниц нету. Но в то же время ребенок падал, как-то ручки не разбил. Вот, скамеечки везде. Пойдем на качельке покачаемся. Пойдем? Да, смотри. То есть, да. Качели только такие безопасные. Иди сюда. Давай. О, смотри, качелька. Ух! Come on. Туда, ну пойдем туда. Вот столики. А, все-таки надумал. Опа. То есть между матами вот еще какая-то резина идет. Шуй, давай, давай, я тебя покачаю. Оп. Да, с тобой. Здесь отдельное, прошу прощения, ребят, сейчас то, что нету у нас, у меня возможности видеомонтаж сделать, то есть креплять несколько файлов, поэтому я что-то вижу и все это без, могу выложить только без обреза, ну, без обрезания, без ставок, без каких-то текстовых и графических, там, музыкальных дополнений, вот, поэтому думаю, месяц мне, наверное, надо, чтобы тут окончательно получить все, что я хочу. То есть, ну, в программу, вот еще что-то. То есть тут сложности есть некоторые. Но дело не в этом. Пока так, ну вот, обзор этого видео будет называться «Детская площадка в Америке». То есть я вот сейчас с ребенком гуляю и как раз могу сказать, что достаточно все безопасно, все на каких-то шарнирчиках, каких-то, ну, ничего не цепляется, подшипниках, то есть все работает. Вот таких здесь раз, два, три, четыре, пять, 10 качелек, по 2 в каждой секции. Вот. Погода чудесная. Ну вот, больше всего мне нравится то, что на каждой детской площадке, то есть я могу попить воды, то есть вода чистая, питьевая, нажал кнопочку, попил, и могу сходить в туалет. Мальчики, девочки отдельно, то есть там есть ну, минимальный набор, там памперс поменять ребенку, либо там самому, вот. Везде урны, все убрано, чисто, то есть никаких курящих людей, никаких там каких-то алкашей пьющих. То есть и рядом вот с более высоким заборчиком идет уже для более взрослых деток площадка. Они сейчас там играют, например, поле для бейсбола, то есть лапта по-нашему, ну и что угодно. Все так, у нас все плетик. Вот, в общем, что могу сказать, нам еще качаться будем. Да. Да, немножко ребеночек у нас шапливый. И-и-и, тебе нравится? А-ля-ля-ля-ля. А-ля-ля-ля-ля. Погода хорошая? Тебе тепло? Да. Покажи собаку всем.
Да, скажи, ребята, ребята, ставьте лайк. На, лови. Вот такое вот чудо. Тут у нас есть. Да, Эрика? Зовут я Эрика. Вот. Что еще? Ну, в общем, вот. Бруклин. Рядовая детская площадка. Я думаю, что пока вот погода хорошая. О, мы можем, казалось бы, банальная вещь, но сравнить, сказать. Вот. Я не могу сказать, что у нас там плохие площадки, еще что-то. Вот. По-разному. Вот. Ну, вот то, что я сейчас вижу, я снимаю, показываю, не нахваливаю, ничего, говорю, ну вот так. То есть безопасно, еще что-то. И дети вроде все спокойные. То есть нет такого, что там один бегает, другого толкает, там я не вижу этого, что какая-то у них там вражда, за игрушки мое, не мое дерутся. Наверное, какая-то есть. Вот. Ну, нам повезло, у нас сейчас тут нормальные дети, нормальные родители. Вот. Там, не знаю, по национальности, американцы, китайцы, мексиканцы. Ну и мы, русские, оказались здесь тоже. Вот. Ну все. Еще раз прошу как бы простить за такой формат, что это все снято одним без монтажа файлом. Вот. Поэтому буду как-то так сейчас снимать. И мне сейчас просто здесь выкладывать. И как только разберусь, будут хорошие полноценные клипы, как я уже делал с музыкой, там, с нарезкой. То есть можно все-все-все вместить, что нужно и так далее. Пока просто нет возможности. Мне необходимо тут приобрести нормальный компьютер, нормальную программу. Вот. Вот. И хочется еще новое попробовать. То есть я сейчас делал все это на персональном компьютере, там Windows и там Movie редактор видео, в общем. А сейчас хочу взять этот Apple. Не знаю, может, посоветуете еще что-то, что взять из Apple, какая программа, видеоредактор лучше, да? И вот такая у нас тут девчуха. Будет нарезки всякие. Ну, Apple программа, она намного интереснее. То есть я видел в обработке, вот знакомый. В общем, для этого мне надо купить Apple. Как его называется-то? Apple. Не планшет, ну, в общем, компьютер, ноутбук, лэптоп. Вот. Made in USA, да? Качество. Они за это, кстати, не знаю, как сейчас, но раньше они за это очень сильно переживали. Ну, и сейчас наверняка. Вот. Ну, окей. Вон там голуби, целая стая, можно покормить. Белки наверняка есть, но здесь я их не видел. Вот, там в парке белки, бурундуки, чего только нет. Вот, а если в Стейт-Айленд пойдем, там еще олени придут, да? Эти курицы какие-то здоровые, индюшки. Да, yeah, really? Пойдем с тобой белок кормить? Да! Да! Ну, еще такое у меня чудо здесь в перьях. Дядь, ты чудо? Все, пока, ребят. Спасибо. Всем нам добра и хороших детских площадок. А чиновники, там, поучитесь у коллег за океаном. Не так, ничего тут сверхъестественного нет, понимаете? Ну, в принципе, все. Дети – это будущее. Надо их беречь, отношение к детям показывать. Все. А вот, туалеты, кстати, тоже не помешают. Хотя бы там на каких-то больших площадках. То есть у нас там по дворам там 5 маленьких, а одна большая. Вот давайте хотя бы в одном как бы вот этом квадрате, где люди, например, в Приморском районе, там, ну, ограниченный квадратом улиц, там проспект, улица. И там 5 маленьких площадок, одна здоровая. Вот давайте на одной здоровой поставим туалет. Вот, и будем следить, чтобы он был чистый, чтобы там бесплатный. Вот, и как-то так. Все, спасибо за просмотр. Вот, ждите новых серий. Вот, я сейчас там начал разнобой, вы уже видели, потому что следующее видео будет выпущено
про Манхэттен и про приколы какие-то, тоже это будет одним форматом. Там есть и место, где вот я как бы хочу показывать памятник мигрантам. Ну, в общем, это все в будущем. Так что, ребят, ждите. Спасибо.